Задача благоустройства и формирования набережной Оби, она поставлена уже достаточно давно. Сформированы несколько очередей, как минимум 4. В первую очередь это от гостиницы «Обь» до квартала, который застраивается, Европейский берег, через комплекс зданий «Марсель», где мы находимся. Вторая очередь напротив Леруа Мерлен, которая возле Димитровского моста. Следующая очередь на уровне Затона. И еще одна очередь, которая сейчас также явным образом определена, это от Октябрьского моста на левом берегу в направлении к новому Бугринскому мосту. Стоит задача по привлечению федеральных инвестиций в реализацию этого проекта. Мы должны решить вместе с федеральным уровнем власти задачу по берегоукреплению, а наша задача уже в дополнение к берегоукреплению придать лоск, комфорт и сформировать новые зоны отдыха для горожан. Конечно же, мы крайне заинтересованы в том, чтобы кроме областных инвестиций, кроме федеральных инвестиций, здесь принимали участие и частные инвесторы, застройщики, которые, я считаю, абсолютно четко заинтересованы в участии, во влиянии, в формировании того облика, который мы создадим, реализуя проект по набережной. И такое взаимодействие также есть. Получена сейчас заинтересованность, и я считаю, что согласие на совместном участии в реализации этого проекта и по этому комплексу, где мы находимся, ставлю себе задачу максимально в ближайшее время синхронизировать планы, пожелания и амбиции, собственно, как федерального уровня власти, регионального уровня власти и частных застройщиков, которые заинтересованы в предсказуемом развитии этого проекта. Застройщик ЗАО «Береговое» планирует обустроить береговую линию. Мы планируем укрепить ее, мы планируем сделать выход к воде, мы также планируем сделать пляж. Участок у нас состоит из нескольких уровней, а значит, нижний уровень – это как раз будет пляж, выход к реке будет. Второй уровень чуть повыше, мы здесь расположим футбольные поля, баскетбольное поле для тенниса. Как вы уже заметили, места у нас достаточно много, 8,5 гектар. Здесь мы можем хоть что расположить. Ну и третий уровень, на котором мы сейчас стоим, на нем находится дом. И между секциями у нас будут детские площадки. Здесь будет 4 очереди. Первая очередь практически уже достроена. Кирпичная кладка на последнем техническом этаже. Через год летом уже жители могут заезжать, делать ремонт, соответственно, уже жить и радоваться. Параллельно идет строительство второй очереди. Вы уже видите и строительство подземной парковки на 134 машиноместа. Вот всего комплекса где-то 18-й год. Но это не первое жилье на берегу Оби. Вы на примере этого комплекса видите, что есть абсолютно четкий комплексный подход жилье под конкретный спрос. И строительство рекреационных зон, спортивных площадок, и строительство детского садика. Все для того, чтобы жизнь новосибирцев здесь была максимально удобной. И поэтому, еще раз подчеркиваю, очень важно совместить, синхронизировать планы застройщиков с нашими планами, с нашими задачами по благоустройству набережной.